Всем большой привет из Мариуполя. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня? Да. Валентина Ильинична Савина. Валентина Ильинична Савина, да. Я буду вас тетя Валя звать, хорошо? Тетя Валя, а наборчик куда поставить? Наборчик-то на диван, давай ставь все, да. Тетя Валя, это ваш дом, и вы здесь не живете, да? Потому нет, что... ну, жить здесь нет. Вы же видите. Все, ни с той стороны уже нет, забили. Ничего нет. Да, да, это поставили. Тетя Валя, а где вы были в это время? Где я? Когда прилетел снаряд. Ой, я сидела сначала за столом, потом стала сильно этот, бомбить. Я пошла к детям, хотела к детям. Только выхожу и сюда влетела. Два этих сразу. Ну, вас не ранило осколки? Ну, да, просто я упала, ушиблась. Теперь же на костылях же хожу. Из-за этого, да? Да. Тетя Валя, мы вам сочувствуем. Да. Ну, думаем, а главное, живы. Это живы, самое главное. Спасибо вам, что вы помогаете. Я это уехала и все время смотрела эту передачу. Да? Да. Ух ты. Все время, это, ну, по этому, да, по на телефону. Ютубе там. Да, да, и да. Все время смотрела. И я не то, что видела своих этих, и думаю, господи, всех друзей вы показали своих мой дом. Ну, вы до сюда не доходили. Ну, вот теперь, а вы давно вернулись? Да, уже третий месяц. А, мы вас ни разу здесь не видели. Ну, я не подходила. Это сейчас она позвонила, да. Думаю, ну, подойду. Тетя Валь, ну, держитесь. Да, держимся. Главное, что живы, как вы самое сказали. Самое главное, что да. Дети и внуки, у меня пять внуков. И правнучка одна маленькая. Я вот это рада. Да. Тетя Валя, оказывается, медик. 51 год проработала в больнице. Да, да, 51 год в первой больнице. Из них 37 в рентгене проработала. Тетя Валя, мы бы с вами еще долго общались, но нам нужно ехать. Ну, я знаю, девочки. Да, всего хорошего. Здравствуйте. Здравствуйте. А давай сразу заходите на стол встать. Вот девочки, вам продукты вам привезли. Чего вы плачете? Ну что такое? Спасибо вам, что два сыночка таких были. Знаете, а почему нету? Спасибо вам, родненькие. Не, ничего мы не должны. Здоровья вам. Вы и не унывайте. Да, да, да. Были. Я вас бачила. Так, вот сейчас надо чуть-чуть подальше. Фотографируют. Да, 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 фотографируем. А что же вас не угощаем ничем? Не надо, это мы вам привезли. Спасибо, мои красунечки. Пожалуйста, хай пожалуйста. Вам Бог бережет оптимизацию. Спасибо, мои родные. Пожалуйста. Не до свидания. Спасибо. Да. Всего хорошего вам. Все, крепитесь, давайте вас там. Вот, подыходите, подыходите. Да. Я вас очень люблю. Подыходите, мои. Хай вам Господь бережет. Спасибо. Чтобы вас тоже было... бережет. Это да, мне уже все равно, родненькие. Я бы выжили, хоть Господь дал, чтобы хоть войны не было дальше. Тетя Галь, а давай сразу наборчик. Не принесем? Наборчик, покажите, куда положить. Соскучились за вами. А мы к вам попрощаться с прощальными наборчиками. Мы теперь уходим на погорельцев, у которых вообще ничего нет, все разрушено. Но решили попрощаться еще раз к вам всем заехать. Кому сможет. Как у вас дела? Да ничего, потихоньку. У вас газ есть? Нету. Нету? Отопления тоже нет. Печное, понятно, да? Логично. Отопление, естественно, газового нет. Ага. Печное. Печное. А дрова есть? Ну, вон, видите, рубаю. Видели. Ну, хоть внуки видят, хоть кто-то, что-то. Но это же мало на зиму. Ну, у меня немножко есть еще, плюс это. Зайчик, добавим. Почем тонна сейчас угля? 14 тысяч. Ух ты, было 12500 недавно, уже 14. Большое спасибо нашим спонсорам, которые нам помогают, не забывают нас. Передает тетя Галя большое спасибо людям, которые высылают денежку. Да. Так что спасибо, всем спасибо вам большое, большое. И я не знаю, чтобы это такая помощь. Ну, не надо вот так вот и именно ваша помощь, именно потому что вы как-то по-особому к этому относитесь. Да? Ну, хорошо. Молодцы, спасибо вам большое. Спасибо. Все вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Все, до свидания. Мы снова у тети Люды, у нее новая прическа. Наборчик мастер. Я еще немножко глухая. Тетя Люда ищет. Скажите имя, фамилия, год рождения. Дорогие друзья, я ищу своего друга Москаленко Владимира Григорьевича, 1952 года рождения, 9 января. Знаю, что он проживал в городе Мариуполе, 23-й микрорайон. К сожалению, я больше о нем ничего не знаю. Где он сейчас? Связь пропала, я не знаю, как мне его найти.
Владимир, если вы увидите это видео или кто-то знает Владимира, обязательно отзовитесь, напишите в комментариях, свяжитесь с нами, чтобы мы могли связать их с тетей Людой. Спасибо. Все, пожалуйста. Нет, он тяжелый. Он тяжелый, он тяжелый. Лучше давай отнесем. Да, 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 отнесем. Он тяжелый. Ой, смотри. Да ладно, я занесу. Нет, давай сюда через калитку. Прямо бой. Аж уже все. Чуть ли не на руках несут. Дай Бог вам здоровья, Господи, пусть вас Бог благословит. Пусть будут ваши все пути. Не группа вот эта вот. Чистые, мирные. Я вообще не знаю. С неба свернулись. Мы просто для нас просто, я даже не знаю, как назвать. Юля, не фотографируй больше, хватит. У нас начинается даже истерика такая, когда мы вас видим, просто нам приятно, это от чистого сердца, это не то, что я там преувеличиваю, я от чистого сердца. Мы вам верим, мы сами рады вас видеть и рады, что можем помогать. Вот, а у тёть Гали, оказывается, разбит дома, мы не знали, с той стороны вроде целый. Стенка отошла, здесь уже сделали. Набор для тёти Оли, её нету. А вот этот набор для... инвалида, да? Да. Для Саши, мы к нему не достучались. Да, да, да. 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 А это вот тюль Галя. Это синий для инвалида, а это для... Да, это вот, Распаковали три набора. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Мы такой все хорошо. Не надо. Девочки. Передайте им большой привет. Ой, да. Ну, до свидания вам, мы поедем дальше. До свидания, до свидания. До свидания. Дядь Вась. Здравствуйте. Вы с больницы вернулись, вам операцию делали, да? Да. Дядя Вася после операции. Говорит, ему немножко легче, но, наверное, еще организм придет в норму после операции и будет уже лучше себя чувствовать. Ну, набор продуктов вы на стульях оставляете? Да, поставьте. Да. Дядя Вась, ну выздоравливайте, здоровья вам. Спасибо. У дяди Васи печка, он сам топит. Тепло. Говорит, и есть дрова и уголь, но может не хватить, будет экономить, выкрутиться. Говорит. Дядь Вась, ну до свидания, мы поедем тогда дальше. До свидания, сейчас слива, да, водички. Да. Принесет, принесет сейчас. Да, принесет. Все, всего хорошего. Я благодарю всех добрых людей, кто принимает участие в этом деле, кто высылает денежку. Спасибо вам большое. Здравствуйте, тетя Галя. Три дня назад дали нам свет. Три дня назад дали свет? Да, хорошо. Ну хорошо, наборчик принеси, пожалуйста. Хорошо. Сейчас наборчик вам продуктовый принесем. Да, спасибо большое. Вот это? На калитке тогда. Калиточки, да. Я бы сама понесла. Нет, тяжелый. Пока руки еще работают и голова. Тетя Галя, ну до свидания. Тетя Галя, до свидания вам, мы поедем. Всего хорошего. Женя, Женек, привет. Но он нас, наверное, не помнит, а я его помню. А тебя как зовут? Тимур. Тимур? Да. Тимур, сколько тебе годиков? Три. Три? Посмотри на меня, Тимур, подними глазки. Смущается. Мы им наборчик оставляем, у них много внуков, это бабушка. С ними. Да, надо куда-нибудь. Там и вкусняшки есть деткам, и покушать вкусненькое. Женек, Женек, ты чего такой грустный? Тимурка, Тимур, а у тебя как дела? Нормально у Тимурки. Ну все, пока, Тимурка. И Женек, пока. Здравствуйте, как у вас дела? Как у вас дела? Дела плохо. Плохо, говорит. Плохо. У меня дед залег сильно очень. Три ночи я не сплю, он не спит, крыком кричит. А что случилось? Инсульты. А, все, три раза уже инсульты, а вот это сейчас вообще отказал. И ни руки, ни ноги, ничего не работает. А наборчик продуктовый может занести вам туда поближе, да, чтобы не несли. Витнать, ну, да, до свидания. Если, мы поедем если дальше. Будете еще в интернет показывать, будем. Внучке привет передайте. Внучка, вам привет. Все, вот. Она уже услышала, увидит вас. Да, да, да. Все, ну спасибо вам, девочки. Мальчики, спасибо. Пожалуйста. Я также благодарю тех, кто поддерживает меня лично, кто пишет добрые комментарии, ставит лайки. Это очень помогает продвижению канала. Спасибо вам большое. Я желаю всем счастья. Пусть беда обойдет ваш дом. И пока-пока.
За 15 секунд съедает, да? Реально, 15 секунд, все, нету.